Казани определились имена призеров конкурса красоты «Мисс Татарстан-2017». За заветное звание боролись 30 девушек и только 10 прошли финал конкурса. Мнение об истинной женской красоте мы узнали у главных судей и зрителей конкурса – мужчин. Мы же видим, как сегодня целый мир спорит. Все-таки 60, 80, 90, там чуть 60. В общем, видите, мы даже цифры начали забывать. Это хорошо, потому что у каждого стало нечто свое, да, превалировать в стандартах. Плюс немалое значение стал играть все-таки интеллект. Что это? Это картина художественного направления импрессионистов. Эта картина написана Ван Гогом и называется она «Звездная ночь». Аплодисменты! Во-первых, я пришел поддержать свою подругу, а во-вторых, какой человек захочет пропускать такой шанс увидеть столько красивых девушек в одном месте? Это не только внешняя красота, это не менее важнее, чем красота, это ум, грация и творчество. То есть она должна, на мой взгляд, что-то уметь, кроме как быть просто красивой. Я умею доить корову, потому что мне очень сильно повезло. Пальчиками зажимаем и вот так вот этим пальчиком сдаиваем. То есть берем вымя и пальчиком вот так вот давим, и струйка молока выбегает. Я считаю, что красота, она прежде всего должна исходить из внутреннего мира девушки. Вы можете сейчас прокричать как Тарзан? Это шутка была, конечно. Кто больше нравится все-таки, блондинки или брюнетки? Так, я больше за брюнеток, конечно. Тут очень много брюнеток. Да, блондинок всего 2-3. Может, тебе улыбка со скалом нравится или вот... Вот мне номер 22 нравится. Камиля Харисова, отлично, да? Есть восточные черты какие-то. Это было мнение мужчин, главных зрителей конкурса «Мисс Татарстан-2017». Но как бы девушек не поддерживали, они все равно волнуются. За минуты до объявления результатов нам удалось пробраться к конкурсанткам за кулисы. На самом деле, это кажется, то, что я веду себя спокойно. На самом деле, меня переполняют эмоции. Очень трудно держать себя в руках, но... Мой опыт помогает мне в этом, потому что это уже не первый мой конкурс, это уже мой четвертый конкурс. Я очень надеюсь на результат. Мисс Казань 2017. Участница под номером 22. Камиля Харисова. Я добилась того, чего хотела, естественно, очень трудно поверить. Спасибо огромное, что пришли поддержать. Для меня это очень-очень важно и ценно. Спасибо. Три главных титула конкурса получили девушки, выпускницы и студентки Казанского федерального университета. Титул «Мисс Татарстан» получила выпускница Института математики и вычислительных технологий КФУ Зульфия Шарафеева. А первой вице-мисс Татарстан стала студентка Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Екатерина Груцова. Теперь Казанский федеральный можно по праву считать самым богатым, красивыми и умными девушками вузом. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.